Всем привет! Это Алексей, AlexMS69, сайт hpgames.net, и мы продолжаем прохождение игры Гарри Поттер и Мрачные Земли. Ну, насчет лукотруса, ну, в печку, поэтому пойдем дальше по сюжету. Так. И нам нужно найти Пенси. Так, пойдем-ка мы, наверное, на тренировочное поле. Так, а попасть мы туда можем через четвертый этаж. Мимо. Кто-то тут есть. О. Я слышала, Гермиона пропала. Пойдете ее искать? Да, у нас другого выхода не остается. Мы не можем просто сидеть и ждать. Хорошо, я пойду с вами. Помогу вам в поисках Гермиона. Но что Уизли? Да, идемте, Гарри. Ты помнишь, где находится вход в ту пещеру, где мы видели призраков? Да, я проведу к тому месту. Будьте готовы к худшему. Возможно, придется сражаться с созданиями тьмы. Вообще. Ну а пока сохраним или счастье. Так, типа выпили. Вот так, все втроем. Сохранить. Так, ну что, пошли. Так, всякое тут летает. Так, это у нас со шкалами. Шкалы вроде полные. Забавно. Ну ладно. Угу. Вот мы где вышли. Так, шипы проходим. Так, сохранить. Выбор четвертый. Так, здесь тупик. Так, здесь развилка, да? Здесь тупик. Так, здесь ничего не надо. Факелами оснащить. Так, здесь какой-то ужастик маленький. Так. Гарик. Не работает. Ну ладно. Так, сохраняем. Так, пошли влево. Ух, лабиринт. Это
это и есть. Так. Это что такое? Нашли ключ неизвестного назначения. Так, сохрани. Так, видимо, придется возвращаться теперь назад к развилке. Так, идем дальше. Так. А здесь вроде как ветвлений особо и не было. Так, идем дальше. Опять это чудо. Так, Димитер, иди отсюда. Так, где ребята, убьем этого чудика. Пожахал Гарика, да? Так, мы сейчас посмотрим. В крайнем случае, чтобы можно было откатиться. О, это что за чудо? Давайте смотрим. Мы ходили влево. Так, вот мы отсюда пришли. Так, ладно, сохраним. Вот такие уж и затраты были, да? Так. Это мы ходили влево. Так, у нас есть еще дорога вправо и прямо. Пойдем прямо. Здесь опять развилка. Так, опять Димитяра. Надо посерьезнее затонуть. Совсем уже оборзели. Так. Ну и. Так. Опять ответвление. Пошли влево. Ну, да тут хоть карту рисуй. Снова влево. Так, старые знакомые. Это очень быстро. Так, есть. Опыт растет. Ну-ну. Так. И куда что идет? Так, что у нас здесь?
здесь у нас уже зацикливание. Да, это тупик. Это тупик. Так, еще куда-то есть ответвление здесь. Смотрим сверху. Откуда мы пришли? Нет, это тупик. Значит, это тупик. Так, опять это чудо. Где ты взялся? Идем назад. Там здесь ничего интересного не было. Так. Это мы походили вниз. Теперь сюда. Ну что за чудо? О, дементяры опять. Да. Да ты смотри. Она. Смысл? Нет смысла. То есть это тоже тупики. Так, ну я уже понял, что здесь каждый идет такому красавцу. Да ты что? Мы это только поддевать будем. Так, одни тупики. Так, теперь два этих клоуна. Готовы там это подробился, главное выпендрюжник. Так, ну видимо опять тупик, да? Так, уже как-то скучно становится. Без перстня владыки не пройти вглубь ваших земель, только человек всем душой пройдет дальше. Вообще забавно. Так, о, дементяры опять. В общем, надо пройти теперь по всему этому лабиринту. Это уже как-то скучно. Так, затыкиваем клавишу Enter. Все эпично. Так, это у нас
какая-то там развилка. Так, самая левая. Так, самая левая, это у нас синий ключ. Так, средняя влево. Вторая. Так, вход куда-то там. Слева вторая, слева вторая. Так, что-то у нас в плане персонажей. Так, а в плане вещей надо указатель мыши перенести. Так, давай. Так, лягушки пока не использовались. Так, так, голубой боб тоже не использовался. Так, что можно сохранить. Так, идем сюда. Что здесь у нас? Какая-то ерунда опять. Ух, скукотища. Ну, что тут интересно? Так, откатываемся. Не выключишь. Так, как бы тут не ушли. Выбрать закон я никак не взяли. Замечательно. Это занятство. Выбрать заклинание или нет. Сколько тысяч? Наконец-то. Что ж тут такого интересного? Или откатиться проще? Так, тут какие-то оконавты. Ну и... Для этой игры нужно покупать новую клавиатуру. Диск, в которой куча клавиш Enter. Да,
этой штуки. Ничего себе, 75 опыта. Зачем же он нужен? Так, и это тупик, да? Замечательно. То есть, по сути, здесь можно будет откатиться до последнего сохранения. В этом ничего интересного не было. И что здесь? Пойдите к Лоре. Ну и куда дальше? Так. Очередной тупик. Ну, очередная порция алкашей. Так, народ, видите, что делает меня похмел с людьми. Поэтому лучше алкоголем не балуйтесь. Вообще. Так, все. Я похмелившихся разогнали. Так, и что у нас здесь? Какая-то кнопочка, да? Замечательно. Да, все-таки же RPG это очень скучно. Очень скучно. Так что, народ, если будете делать игру, лучше этот жанр не трогать по прямому назначению. Потому что можно просто уснуть. Не знаю, может кому-то этот жанр сильно нравится. Гарри Поттер он как-то странно смотрится. Так, ну что, здесь походу лучше сохраниться. Наверное, на вот это сохранение четвертое. Смотри, какая-то стена. Наверное, про эту стену говорилось, да? Попробуем ее исследовать. Может, там есть тайный проход. Ну-ну. Так. Давай поисследуем. А. Люмос работает. Похоже, нет. Угу. Что это было? Ты кто? Дух Владыки, вы хотите найти свою подругу? Вы чего-то стоите, раз вам удалось найти мой... Я добраться до живыми сюда. Хочу огорчить вас, подругу забрать дементор Азкабан. Похоже, они думают, что это она открыла врата тьмы. Хочу дать вам маленький шанс. Возьмите... Перстень, с его помощью вы сможете пройти вглубь мрачных земель, оттуда попадете на берег.
котором можно приплыть к Азкабану. Соберите все свое счастье, если оно еще у вас есть. Без него не надавить дементора. Еще перстень можно использовать один раз. Когда тебе очень нужно будет вернуться в Хогвартс. Это маленький секрет моего перстня, которым мне пришлось воспользоваться при жизни. Так, получен перстень владыки. Замечательно. Сохраним пока тоже четверочку. Так, что у нас? Так. Пенсия так не очень. Так. То есть это теперь можно попробовать пройти туда влево. Так, опять эти алкаши. Ну что вам еще надо? Столбенили. Так, опять у них весеннее обострение. Так, надо было с собой бутылку самогона взять. Не пригодилось. Ура! Я так бы кинул им бутылку и побежали дальше. Так, сохранимся опять четвертое. Так, идем. Куда там? Сюда? Нет, не сюда. Это тупик. Так. Вроде как сюда. Так, опять... Но эти клоуны. Цепь в другой стороне. Ну вообще. Вообще как-то не особо. А сколько вам тут надо? Канавки. Что они какие-то странные. Так, есть. Так. Ну, Гарри теперь имеет опыт общения с алкашами. Так, что-то у нас. Так. Да, как-то стрёмно. Так, вещи. Так. Шоколадная лягушка. Так, на пенсии, я смотрю, это не распространяется. Так, осталось 10. Так.
будет так получше. Так, надеюсь, я туда иду. Так, сейчас здесь сохраним. Так, в принципе, того сохранения должно быть достаточно. Сколько ж тут этих ходов? Так, это по кругу идет. Так, давайте это алкашни. Так, одного выкинул. Это чудо есть. Так. Ну и куда дальше? Только вниз остается. Так, теперь идем сюда. Что здесь? Так, здесь явно триггер будет. Так, эти алканавты. Объект недоступен. Этого чудика. Сейчас сколько там ему надо. Этого алкаша прошли, ну, наверное, лучше откатиться. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Так, здесь у нас, ага, то есть можно было, значит, можно откатиться назад. Так, идем просто. Стопа, это здесь. Так. Так, в принципе, здесь можно сохранить. Так, все, значит, идем только вниз. Вот сюда. Так, здесь сохраняемся. Так, здесь еще не сойдет. Так, идем вниз. Так, опять эти алкаши. Да чуть все-таки интересно. В общем, стратегия такая. Сейчас смотрим этот лабиринт. Откатываемся. И идем туда, куда надо.
вспомнить, что там было. Так, а принцы у нас в отключке, похоже. Да, в РПГ это, конечно, крута еще, судя по этому делу. Ну, что-то может быть интересного, а затыкивать клавиши Enter. Так, эту банду алкашей победили. Идем влево, да? Что тут у нас влево? Тут тупик. Так. Идем вниз. Так, опять алкашня. Надо было вот выкидывать точно. Так, ну и что здесь интересного? Снова тупик, да? Да, похоже тупик. И это совпадает. А, это тоже тупик. Да я уже понял, что надо будет откататься. Ну, еще и обострее надо. Смотри. Этого чудика сделали. Так, то есть сюда идти вообще не надо. И здесь тупик. Это прелесть. Так. В общем, откатываемся до последнего сохранения. Значит, за что? Так, два алкаша. Ну ладно. Сложно, надо отправлять, когда Enter подействует наконец-то, и надо выбрать заклинание. Ну, так, если патроны. Вообще поняла. Тварюки. Вот это дурацкая система выбора заклинания. Так, давай. Так, вон, сейчас я попробую выбраться из этого дурдома. Так. Дома из рандома. Так, этого клона. Теперь этого. Откатиться. Так. И туда вниз не идем, идем вправо. Так, здесь сохраняемся. Ну,
О, кажется, нет, пришла. Так, это вот уже сделали. Так, идем дальше. Да, тупик. То есть, шли сюда зря. Так, иди, Митян. И что, пофиг, да? Без разницы. Ну да, замечательно. Неужели? Так, то есть сюда идти вообще не надо было, да? Так, а если вниз? Так, сюда если идти, без разницы. Если сюда идти, похоже, тоже без разницы. Ну, опять клоуны какие-то. Да, подбирать заклинания, конечно. Сейчас посмотрим здесь. Мы здесь уже были, здесь был тупик. Так, сверху тоже. Понятно. Так, здесь тупик, да? Все, откатываемся. Похоже, сюда идти вообще не надо было. Так, вправо не надо, влево не надо. Так, опять алкашня. Да я хоть что-то применю. Что, мало? Неужели? Да. Жутко интересно. Сохраним все здесь. Не вылазит оттуда потом каждый раз. Так, это и все.
Ну, два дементиара. Замечательно. Так, ну здесь хоть что-то есть. Там что смотрю есть. Так, в общем, смысла здесь нет вообще никакого. Еще прогуляться справа там. Хорошо, еще эту дурацкую недобитую никак не закончишь. Так, в общем, занудство. Сохраняем здесь. Да. Вот такая вот интересная игра у нас получается. Это что теперь получается, нужно где-то еще искать ключ к той стене. Да, замечательно. Замечательно. Так, и что тут там делать? Так. Так, вещи. Лягушек у нас 10. Так. Радужные бомбы 4. Так, это все ерунда. Так, радужный бомб, это к чему? А, даже так.
Так это ерунда у нас получается опять. Выйти. Так, попробуем пятую загрузку. Это сохранение загрузить. Так. Нет, сюда не надо. Так. Опять алконавты. Так, куда здесь дальше? Так, я уже и подзабыл. Этот веселый владыка был. Ну, опять какой-то. Ну, уже аж надоело. Сколько их? Надо уже тут веселую игру пройти. И потом положить на пол. Уже ее больше не вспоминать. Да, зря шли. Да, сюда пойдем. Да, то есть та самая стена. Так, пойдем над стеночкой. Ничего больше нету. Да, непропускаемая катсцена, это, конечно, жестоко. Так, давай. Вот здесь надо обязательно сохраниться. Так, и сейчас надо посетить там еще те локации, что были справа. Там, скорее всего, какой-то ключ будет. А вот здесь сейчас придется полазить, посмотреть, что здесь есть вообще. Там под стеночкой. Так, алкашня, как обычно. Замечательно.
этим мотромахом, конечно, здесь шикарно. Надо узнать, что, так, что тут у нас дальше, потом, чтобы можно было откатиться до этого момента. Так, да здесь у нас стеночка. Так, куда она идет? Лесочек, да? Так, замечательно. У нас в этом лесочке. Так. Давно клонов не было. Так, а здесь у нас похоже просто... Да. Здесь дальше тупик. Так, если мы... Так, это мы здесь уже шли. Здесь тупик. Так, ну попробуем еще насчет леса. Там здесь просто тупик. Понятно, значит можно просто откатиться. Да. Так. Так, вот там гарик у нас. Так, вылазь. Так и валим отсюда. Так, валим отсюда. Так. Подходим к развилке. Так, тут опять-таки опять эти алканавты. Замечательно. Так, попробуем вернуться на развилку. Так, посмотреть, что здесь еще есть. Да. Это крайне интересно. Очень интересно. Замечательно. Замечательно. Тупик. И, наверное, тоже тупик. Точно, тупик. Ну опять что? Интересно, есть фанаты подобного игрового процесса? Очень занимательно. Так, и смотрим очередной тупик, да? Угу, тупик. Да сколько можно уже? Thank you.
То есть пока что у нас никакого правильного направления нет. Так, смотрим вот сюда еще. Пока одни только дурацкие тупики с этими клонами. Опять лесочек. Опять развилки. Ну а их кто опять? Опять этот придурок. Такая вот экскурсия у нас получается. Ну, деревце, какая прелесть. И тупик. Интересно, они по таймеру запускаются, эти особо интересные испытания? Потому что такое ощущение, что триггеры плюс таймеры. Но давно не было. Угу, замечательно. Кстати, прохождение это делаю еще для того, чтобы можно было тем, кто очень сильно захочет, могли хотя бы карту составить и знали, куда идти. Если захотят эту игру все-таки пройти самостоятельно. Но проходить ее без руководства, это не знаю. Это как-то сильно на любителя. Так, и что здесь? Опять развилки. Эх. Сделать настолько нудный игровой процесс, это еще надо уметь. То есть просто тупик. Что там дальше? Опять куча пространства. Замечательно. Ну, хоть что-то хорошее сделано. Ну. Так. И что здесь еще есть? Я так понимаю, что это третий путь сюда. Так, а здесь мы, по-моему, уже были.
или нет. Здесь все так однообразно. Здесь тупик еще должен раздвоиться, но или как? Увлекательный игровой процесс. Очень увлекательный. Так, ну что? Это какой-то мир нудятины. Тихий ужас. Что опять? Опять нудятина. Так, в общем, это уже очень сильно надоело. Так, и толку от этого крыла вообще нет никакого. То есть воду мы типа нашли там, но не более того. Вроде смеха автобитву. Но... Неужели она работает? Так. В общем, понятно. Так, идем отсюда. Опять эти клоны. Давай автобитву. Мне даже нравится. Выходим отсюда потихонечку, если это возможно. Ну, еще какое-то поле непонятное. Так, опять какой-то алканат вырисовался. Давай автобитву. Да, они даже быстрее, чем я делаю. Так. Так, в общем. Так, надо отсюда вылазить уже. Так, я заблудился. Так, сколько же вас там? Thank you.
получать. Мне придется все равно откатываться, потому что пенсия, я так понимаю, больше не встанет. Даже пока не закрутится, эта тварюка не выпустит. Замечательная игра. Так, это мы взяли, теперь идем отсюда. Там два клоуна. Замечательно. Так, где надо вспомнить, где в этой нудятине идти, куда? Эх, по-моему, влево. Да ты дашь хоть подумать. Это точно тихие сами игра. Так, наверное, пока закончим это дело. Потому что можно играть весьма долго. Бессмысленно. Так, это битва. Так, и пенсии все равно пролете, ну. На этом мы заканчиваем это видео. Так, надо будет задать вопросы автору, как это дело проходить, потому что, не знаю, слишком уж это интересно. На этом мы заканчиваем наше прохождение. И пока, всем пока.